Вот такой милый коврик, расшитый веселыми волнистыми ленточками, вот таким образом заряжается сухим собачьим кормом. Работа несложная, но и не быстрая. Тщательно, по одному зернышку сухого корма раскладываем как можно реже в эти складочки, чтобы собачка дольше их искала. В конце видео я покажу, как собачка играет с этим кормом, разыскивает корм для себя. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.